И Брест все время его подкалывала в чем-то. И, конечно, было много скандалов, связанных с ним, но о них сегодня не хочется вспоминать. Но человек он был неординарный. Естественно, было много страстей, много нелепых ситуаций, из которых ему приходилось выходить. Но, скажем так, все-таки больше позитивный герой, чем негативный. Потому что он проводил и благотворительные туры, и он же входил в Голливуде в группу актеров, которые протестовали против голливудской пошлятины, против коммерческого подхода к кино. Он сыграл драматическую роль, за которую получил Оскар. Это замечательно, потому что он даже не пел в этом кинофильме. Есть кинофильмы-мюзиклы, в которых он поет, а есть фильмы драматические, где он играет драматические роли. Талантливый человек. Природа дала ему все. Никакого образования. Но добился большой известности и стал национальным героем. У него было прозвище «Голос», потому что другого такого голоса в мире не было. Вот что главное для вокалиста? Быть узнаваемым в любом уголке земного шара. Синатра был 4 раза женат, ему повезло с первой женой и с последней. В этом он отличается от Армстронга, у которого тоже было 4 жены, но у него ему везло на черных жен, как он сам сказал. Второй, четвертый брак был удачный, первый, третий неудачный. У Синатры первый и четвертый были удачные. И 2 раза он уходил со сцены. 1 раз он уходил вынужденно. Он просто был влюблен в Аву Гарднер, которая была в то время знаменитой актрисой, и он при ней оказался значительно на более низком положении. И когда он ехал с ней вместе, сопровождал ее на гастролях, он не пел. Он был просто как бы примерным мужем. 2 года он это вытерпел. Потом вышел на сцену снова и стал петь. И именно Ава Гарднер, понимая характер Синатры, попросила голливудских деятелей взять его на роль драматическую, о которой он мечтал. И это удалось. Это единственное добро, которое он имел в результате этого короткого брака. Но самое главное, что Синатра записал такое количество песен и такой след оставил в музыке, что некоторые песни просто кажутся, что это он написал. На самом деле это были песни разных авторов и разных аранжировщиков. И все это звучало всегда и как легкая музыка, и как джаз, и как популярная американская песня. Он объял все эти области и соединил воедино. Любопытно, что в джазовой энциклопедии, в самой первой, он есть. А вот в энциклопедиях последующих лет его нет, потому что, ну, как бы популярный все-таки певец, не джазовый человек, не импровизирует. Об этом мы уже говорили. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что дело уже не только в импровизации. Дело в том, что в джазе самое главное, что тогда ценилось больше, чем импровизация. Это чувство стиля, это свинг. И надо сказать, что это от его оркестровок, от Синатры исходила такая энергия, которая передается многим поколениям. Музыканты, которые сейчас находятся на сцене, это практически дети и внуки Синатры по возрасту. Но им передалось все это, и они сегодня с удовольствием эту музыку играют. И я очень рад, что этот оркестр существует в городе и существует благодаря Давиду Голощёкину. Можно поаплодировать. Поэтому, когда вы видите, что в джазовой филармонии выступает этот оркестр, приходите. У них много разнообразных программ у этих молодых людей. И они с удовольствием играют в этом оркестре, хотя это не у них постоянная работа, ибо, как ни странно, в нашем 5-миллионном городе нет ни одного оркестра джазового. Нету. Был раньше оркестр Блехмана, был оркестр Вайнштейна, если вы помните нашу историю. Я уж не говорю о 30-х годах, когда было несколько оркестров. Но заметьте, сегодня все можно играть, никакой цензуры, никакой борьбы за джаз. И нету оркестра. А, видимо, если вы сегодня пришли, такая музыка нужна. Я думаю, что мы наслаждаемся ею. И давайте продолжим. И на сцене Илья Луштак. Илья Луштак!
to some exotic booth. There's bar in far Bombay. Come on, fly with me, wanna fly, we'll fall away. Come on, fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Lovely day. Just say the words and we'll meet those birds down to Acapulco Bay. That's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, come fly, we'll fly away. Up there, I'll be holding you so awfully near. You might even hear a dang angel's tear. Just because we're together, weather-wise, it's such a groovy day. Just say those words and I'll meet your birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying.
Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. May all your Christmases be white. Like a bell to be rung, and a wonderful place to be born.
Maybe feel like spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. Because you and I, we're just like a couple of tots running across the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me young. We feel there are some bells to be rung and a wonderful spring to be sprung. Even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, because you make me feel so. Man, I just love you. You make me feel so young.
Lady.